27 апреля в Ставрополе состоялось открытие сезона фонтанов. Праздничное светомузыкальное шоу и концерт прошли на площади Святого Князя Владимира. Всего в городе заработали около 30 объектов. О том, как это было, смотрите в сюжете «Победы 26». А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Великолепный концерт, мне очень нравится. Музыка современная, интересная. И кавер переделанный очень круто. Я очень рада, что здесь так весело и очень интересно. Целую и с праздником, с наступающим вас! На майских праздниках я планирую уехать. К своим родным уеду, в Калмыкию. Надеюсь, хорошо провести время. Ну, мы бы хотели погулять по городу, потому что очень много красивых клумб, много красивых фонтанов. Хочется увидеть все, пока все цветет. Сезон фонтанов объявляется открытым. Жмем на кнопку, поехали! Визитная карточка города Ставрополя открывать сезон фонтанов. У нас в городе в настоящее время 29 фонтанов. Будут у нас каждый день работать, кроме понедельника, потому что понедельник – это технический день. Мы надеемся, что еще 30-й уже фонтан у нас в этом году появится на улице Ленина 399, где мы ведем обустройство в рамках комфортной городской среды, дворовую территорию.